В этом видео мы покажем процесс профессиональной гигиены полости рта перед фиксацией брекет-системы. Начинаем процедуру с чистки зубов ультразвуковым сканером. Наконечник прибора вырабатывает звуковые волны ультрачастотного диапазона, которые разрушающе воздействуют на налет и разбивают камни на мелкие частицы. Профчистку мы проводим в день установки брекетов. Чтобы добиться лучшего сцепления с эмалью зубов, нужно убрать твердые и мягкие отложения, а также пелликулу. Также после чистки пациент легче поддерживать хорошее гигиеническое состояние полости рта. Второй этап чистки – удаление мягких зубных отложений при помощи Airflow. Очищение зубов производится при помощи специального абразивного порошка с водой, поддающихся под давлением. По принципу действия система Airflow фактически представляет собой пескоструйную обработку. Для снятия налета используется очень мелкий порошок, который не повреждает зубную эмаль и бережно воздействует на мягкие ткани десны. Завершаем чистку полировкой зубов специальной щеточкой и пастой. После данной процедуры поверхность зубов становится идеально гладкой. Далее приступаем к фиксации брекетов. Видео по процессу установки брекет-системы можно посмотреть по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать интересные видео про стоматологию.